Привет, друзья! Как и обещал, больше экшена. Название у нас супер крутое. 5 лучших даунхиллов в Москве. Нет, я не буду месить МТБ и прочий став. Я все еще на своем любимом Сурли. Вот. И покажу 5 своих любимых спусков, съездов. Не знаю, как назвать. В общем, будем снимать на GoPro. Сейчас мы, кстати, тоже на нее снимаем. Можете так... Ну, короче, вы поняли, это у нас Лубянка. Так, погнали, 5 подряд. А может, еще буду камеру включать, кто его знает? Да, забыл сказать, что начинаем мы вот с улицы Варварки. Прям номер 1 в моем рейтинге. Погнали. Пишем. Ну что, я думаю, Варварка вам понравилась. Сейчас мы спустимся по Знаменке. Надеюсь, все видно, все слышно, все классно. И едем дальше. Так себе снялось на самом деле, камера виляла и встречечка. Тут на самом деле у меня вообще даже звук отвалился, потому что на рекордере слетел настройка. Что я говорю, что это у нас третий спот, что это у нас Воробьёвы горы. Ну, поедем мы не с них, а поедем по проспекту Вернадского. Люблю вообще этот даунхильчик, гонял с него из универа домой. В общем, будет круто, полетим вот прям так вниз и да, все, погнали. Я теперь на спонсорстве Синтуков. В общем, эти даунхиллы даются на самом деле не так просто, потому что практически, чтобы заслужить даунхилл, я должен подняться, то есть совершить апхилл. А это как-никак одна из следующих серий подобной рубрики. Узнаете места или нет? При таком угле обзора, наверное, нет. Это улица 1905 года, метро. Там. Даунхилл там. Все, сейчас отдышусь, выкину бутылку, мусорку и зажжем. Даунхилл номер 4, улица 1905 года.
что, друзья, последний спот. Это у нас как-никак Пушкинская, Тверская и Страстной бульвар. Мое любимое место, где я уже достаточно часто летал вниз, и вы это все видели. Но не знаю, скажу я это или нет, но простите за количество нарушений и того, что езжу по встречке сегодня очень много. Так получается. Я пытаюсь снять без этого, но по-другому, видимо, я не умею, поэтому чем богат. И погнали на супер последний спот. Ну что, друзья, на этом все. Бодро прокатились по улицам Москвы. 5 самых лютых даунхилов. Еще раз, не специально я так агрессивненько ездил по встречкам. Как-то так. Все. Пока. Уехал. И сделаю скриншот. Еще дальше.